гигант темно-синий, и глаза, видите, окрасились в цвет. Заметили? Ну, неплохой, кстати, такой вид. Домов нет, сзади лес. Но все-таки хочется что-то более интересное. Хочется убрать вот эти машины. Пойдемте дальше, друзья. А здесь, кстати, шикарно. Вау! Немножко скользко, но... Ну, локацию выбрал. Начну снимать ролики. Здесь тихо. Очень кайфово и атмосферно. Светло. Потому что мы с вами в лесу, друзья. Я вам хочу сегодня показать свой карди цвета темно-синий Jaspe. Да, друзья. Такие классные, эффектные, красивые, объемные, потрясающие, тактильно приятные кардиганы. Эх, носил бы, не снимал. Я вяжу под заказ своими собственными руками, вот этими, на спицах больших размеров. Делаю это с душой, в кайф и с огромным удовольствием. Пришел в лес сегодня поснимать изделия, сделать несколько фотографий, записать для вас видео, вот, и рассказать. Потому что очень часто вы задаете вопросы, и я вам хочу на них ответить. Например, в среднем на работу по такому изделию у меня уходит 10 дней. Это чисто работа. Не считаем сюда доставку пряжи, плюс отправку клиенту. Но на заказ я закладываю 4-5 недель обычно. Все зависит, опять же, от очереди, да, от количества заказов. Но пока приедет пряжа, пока пришлют мерки, предоплату и так далее, так и выходит где-то месяц в среднем. Цвета этих изделий есть разные. Подробнее можете ознакомиться у меня по ссылке в шапке профиля на моей страничке. Также задавайте вопросы под моими видеопостами, пишите комментарии, постараюсь вам всем ответить. Но напомню то, что по ссылке в шапке профиля есть страничка, где уже есть ответы на самые популярные ваши вопросы. Это кардиган цвета синий Jaspe. Очень понравившийся. В общем, этот цвет очень вам понравился, и мне он нравится. Он очень кайфовый. Видите, отливает различными оттенками темно-синего. Вы уже видели такой же кардиган, но темно-серый Jaspe, цвет серый Jaspe при естественном освещении. Вот так вот у нас выглядит прекрасно. Тоже прекраснейший цвет. Материал этих кардиганов полушерсть, турецкая полушерсть, друзья. Его можно стирать в машинке на 30 градусах. При отжиме 800 оборотов, используя жидкие моющие средства, все очень просто. Катышки образовываются, их легко убирать машинкой для стрижки катышков. Вообще не проблема. А если делать это на постоянной основе, изделие будет всегда у вас как новое. Будет вытягиваться, потому что это английская резинка. Кардиган увесистый, весит он в среднем 3-3,2 килограмма. И под тяжестью собственного веса он будет вытягиваться. Но опять же, все это зависит от частоты носки, от характера носки, от как вы, в принципе, ухаживаете, эксплуатируете изделие, как правильно его храните. Потому что хранить их нужно в горизонтальном положении. Вертикально, на вешалочке, там, на крючочке лучше этого не делать, потому что изделие будет вытягиваться еще больше. Также правильно нужно сушить. Тоже в горизонтальном положении, со сборили. По этому поводу есть отдельное видео. Можете посмотреть у меня на YouTube. Или также по ссылке в шапке профиля. Вся эта информация есть, друзья. Вот вам рассказал без подготовки то, что хотел сказать. По-быстрому снял видео для вас. Ответил на некоторые ваши вопросы. И я думаю, вам понравится. Так, очень сложно все мысли собрать в кучу и ответить вам. Но я сделал то, что было у меня в голове. Поотвечал на ваши вопросы. Вот так. Да, это изделие овер. Оно такое обволакивает. Обволакивает. В нем так приятно. Так кайфово. По поводу пуговиц. Пуговицы здесь имеют больше эстетический вид. Вот, чем практически. Потому что изделие крупной вязки. Видите, на свет как. Его будет продувать, друзья. Будет на сильном ветру его продувать. Но, как видите, сейчас 0 градусов. Я одел толстовочку или свитер вот такой. И вообще прекрасно себя чувствую. Мне кайфово. Не холодно. Потрясающе. Я ношу эти изделия круглый год. Потому что на машине часто перемещаюсь. Мне в кайф. Бывает, даже на футболку накинул, на толстовочку накинул. И очень все мне нравится. Конечно же,
конечно же, это изделие не для всех, ребят. Это кайфовое изделие для эффектного выхода. Эффектного. Это эксклюзивное изделие. Индивидуальное. Оно делается под вас специально. Каждый кардиган вяжется по вашим индивидуальным меркам и с вашими предпочтениями. Хотите пуговицы, буду пуговицы. Видите, какие крупненькие брутальные застежки. Видео почти 5 минут получилось. Спасибо вам огромное за внимание. Если у вас остались вопросы, задавайте. Также переходите по ссылочкам в шапке профиля и читайте ответы на вопросы там. Всем спасибо. С вами был Андрей. Пока-пока. Из леса, кстати. Из леса. Все, друзья. Снял длинное видео. Почти 5 минут для вас. Я там на вопросы ответил самые популярные. Все такое. Ну и, конечно же, показывал свой кардиган новый. В лесу хорошо. Птички поют, белки прыгают. Вот, правда, немного все-таки слышится шум от дороги, но все равно очень кайфово. Кайфово то, что здесь свежий воздух, прекрасный свет и просто потрясающая атмосфера. Потрясающая, ребята.